Анатолий Кочура в колесном бизнесе уже 12 лет. У станции Расторгуева у него шиномонтажная мастерская. И, как водится, два раза в год к нему выстраиваются очереди. Однако с большими деньгами приходили и большие проблемы экологические. За 12 лет моей работы здесь, ну, люди спрашивают, куда деть это. Все, они вот дальше туда не кидали. Были такие люди, которые кидали даже во враг. Потом по весне сам же и убирал это все дело. Но этой весной все будет по-другому, решил Анатолий и попросил администрацию установить на своей территории контейнер по приему старой резины. Он стал одним из 10 установленных на территории Ленинского района и, как можно убедиться, не зря занимает место. В прошлом году на таких пунктах приема собрали 80 тонн резины. На этот год планы еще масштабнее. За этот год мы планируем вывести 750 тонн, устанавливаем дополнительные контейнеры по району и в городе конкретно мы еще установим 2 контейнера. Если бы не было таких пунктов, то все эти 750 тонн оказались бы попросту на улице, а покрышки разлагаются в земле более 100 лет. При этом происходит загрязнение почвы и грунтовых вод токсинами и канцерогенными веществами. Автомобилист Илья Черныховский об этом знает, поэтому переобуваться приехал именно сюда. Ну, во-первых, это чистота, забота о природе. Во-вторых, ну, мы заботимся о нашей стране и хотим, чтобы она была чистая. Польза от такой утилизации не только природе, но и бизнесу. Ведь из вчерашних покрышек сегодня можно сделать резиновое покрытие для детской площадки и не только. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видно ТВ.